С высоты птичьего полета русло Кепши больше похоже на узкую траншею. И вода в ней не такая прозрачная, как в других горных. Скорее мутная. Специалисты говорят, раньше, если здесь сползали камни, теперь вымывает землю. Была задача посмотреть, не перекрыл ли оползень именно реку, чтобы не создалось непосредственно озеро, которое бы угрожало поселку. Вот мы убедились, что пока такой угрозы нет, но оползень в активном состоянии. Оползень в устье реки Кепши сошел еще 15 лет назад. С тех пор каждый дождь здесь не проходит бесследно. Под воду уходят огороды, автомобили и даже дома. А с 2014 года в поселке введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Поэтому облеты сотрудники МЧС и администрации Краснополянского округа совершают регулярно, чтобы держать ситуацию под контролем. В случае ухудшения паводковой обстановки и повышения уровня реки в Кепши ведется постоянный мониторинг ситуации подразделениями МЧС России и в случае дальнейшего ухудшения оповещения населения и его эвакуация. Проводится и расчистка русла Кепши в том месте, где она впадает в Мзымту. Каждый день там работают по 4 единицы техники. По договоренности главы города Анатолия Пахомова с Министерством природных ресурсов Краснодарского края на проведение этих работ будет выделено более чем 100 миллионов рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.